Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Мой друг динозаврик. Спасибо, Корней Корнеич, за рассказ. Эти динозавры такие удивительные. Да, жаль, что все уже вымерли. Посмотреть бы на них. Ага, разбежался. Стали бы они ждать, пока ты их рассмотришь. Ну а вдруг, ребята, где-нибудь все еще сохранился какой-нибудь динозаврик? Никак не могу отгадать, Лунтик. Ящерица какая-то. Крокодильчик с бантиками. Сдаемся. Я хотел нарисовать динозавра, но у меня не очень получилось. У него крылья побольше, а на спине гребень. И весь покрыт чешуей. Только на грудке кожа мягкая, как бархат. Ой, ну надо же, какой знаток. Да, знаток, потому что я его видел. Живого динозавра видел? Где? А ну показывай. Не могу, я его еще не совсем приручил. Это ж последний из динозавров. Он прячется и никого к себе не подпускает. Он очень большой. А он как дракон умеет летать. А что он кушать любит? Смотри-ка, укротитель динозавров нашелся. Ну и где он прячется? А? Покажи нам его. Да, покажи. Ну и ладно, ну и не верьте. Все равно мой динозаврик самый лучший и любит меня. Только я знаю, какой он хороший, добрый, сильный. Это ничего, что ты мне не показываешься. Я-то знаю, что ты есть. Ты мне снишься каждую ночь. Мы будем крепко-крепко дружить. Я вот поесть тебе принес, попробуй. Ну ладно, когда-нибудь я тебя увижу наяву. И пускай все смеются сколько хотят. Вот как! Жучок просто придумал себе динозавра и очень мечтает с ним встретиться. Надо ему помочь. Эй, ты, любитель динозавров, подкинь мячик. Хватит уже его задирать. А чего он врет все время? Нет никаких динозавров. Нет, есть динозавр. Я тоже его видел. Ты? Да, я вчера вечером заблудился. Вышел к какой-то пещере. И вдруг в темноте грохот, скрежет, огонь полыхает. И кто-то огромный как залетел. И я так испугался, что тут же убежал. Везет же. Где эта пещера? Пока сам не увижу, не поверю. И я! Устроим засаду! Устроим! Страшновато. Только я дорогу плохо помню. Убегал ведь в темноте. Я покажу. Ну где он там, динозавр этот? Тихо! Долго еще ждать? Эй, жучок, проснись! А где этот твой друг, динозавр? Ты можешь ему сказать, чтобы он не ел нас? Мой динозавр, он улетел. Можете не бояться. Когда-нибудь он вернется за мной. А пока оставил мне на память свой зуб. Вот это да! Везуха тебе! Классный! Вот повезло! Здорово получилось, деда! Тяжело было лететь на этой штуке? Ха-ха! А я еще в неплохой форме, оказывается. Спасибо Корнею, помог все это соорудить. Ты отлично справился, и Шнюк постарался. Звук был, что надо. Да и ты, Лунтик, молодец. Зуб как настоящий. Эх, прекрасное получилось представление. Да, зрителям точно понравилось. Так Лунтик с помощью взрослых совершил для жучка маленькое чудо. Привет, я Лунтик, я снова с вами. Все-таки друзья. Пупсень, не надо сорить. Приберите за собой.
А знаешь, Пупсин, что-то надоело мне здесь. Поесть спокойно не дают. Ага, приберите, не шумите, не топчите. Ведите себя хорошо. Одни упреки и указания. Всем мы мешаем. О! А не уйти ли нам в соседний лес жить, а? Да! Сюда! Привет, малышня! Прощайте, малышня! Мы от вас уходим! В поход? Навсегда! В соседний лес! Ой, о. О! Пригодится! В дороге поиграем! Эй! Не скучайте тут без нас! Скатертью-дорожка! Ведите себя здесь хорошо! А мы пошли вести себя плохо! Вупсень! Пупсень! Пусть уходят! Наконец-то никто не будет нам мешать! Никто не будет обзываться и делать всякие гадости! И никто не будет топтать мои куличики! Смотри, Пупсень, какая здесь трава густая! Ням-ням! Фу! И жесткая! И вообще, здесь все странное такое! Да ну тебя! Вон, смотри, какая отличная полянка! Пупсень, помоги мне! Спаси меня! Держи! Ой! Да, помнишь, чего они только не вытворяли? А эта песенка их смешная. Мы не такие глупые, чтоб в ерунду играть. Траву мы лучше будем есть, чтоб бабочками стать. И они такие молодцы. Все время вместе, помогают друг другу. Пупсень! 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 Ква! Пупсень! 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 Ой! Пупсень! Пупсень! Ква! Ни слуху о них, ни духу! Не думал, что когда-нибудь это скажу, но парни они неплохие. И вообще, они нам не чужие. А я просто за них очень волнуюсь. И я. И я. Я есть хочу. А у бабы Капы сейчас пироги. И малышня чай пьет. Ой. Там все такое родное. А здесь все чужое. Возвращаемся. Да, они же наши друзья. Кто это? Это мы! Мы вернулись! Вупсень, Пупсень, мы вернулись! Мы по вам соскучились! Как вы? Мы так переживали за вас! Чего это они? А пока нас не было, с ума посходили все! Так малыши и гусеницы поняли, что несмотря на все разногласия, они все-таки друзья. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Дружба дороже. Ого, бумажный самолетик. Дай сюда. Я первый увидел. Вот же он, далеко улетел. Спасибо, Вупси. Ничего не знаю. Я нашел, значит, мое. Да это Лунтик сделал. Отдай сейчас же. Ничего, Кузя, пускай забирает.
Я еще сделаю. А хотите, и вас научу. Да ну, учиться еще. Я и этим играть могу. И я тоже хочу играть самолетиком. Не ссорьтесь. Вот вам другой самолетик. Какие здоровские самолетики! Можно посмотреть? Вы их сами сделали? Конечно. А вы как думали? А можете нас научить? Нет! Это очень сложно и долго. Но поиграть можем дать на время, если вы принесете нам за это ягод. С какой стати отдавать им? Я еще сам не наигрался. Ты что, не понимаешь? Да мы сейчас за них целую кучу ягод получим. А самолетики и так у нас останутся. Ну да. Раз уж вас много, придется нам принести еще с самолетиков. Спасибо! Спасибо! Попсик, дуй к Лунтику, проси еще самолетиков. Понял? Лунтик, скорее! Сделай нам еще несколько самолетиков. Мы хотим другим жучкам дать поиграть. Конечно, Пупсень. Сейчас. Если хочешь, могу и корабликов дать. Давай! Так, по одному, не толкаемся. Следующий, кто уже поиграл, сдавайте Пупсеню. Вот это да! Что тут происходит? Пупсень и Пупсень делают для нас игрушки и дают поиграть. Только надо принести что-нибудь вкусненькое взамен. Пупсень и Пупсень делают? И вы приносите им за это сладости? Но мы все хотим такие игрушки. А их ведь так сложно делать. Только гусеницы и умеют. Послушайте все! Вупсень и Пупсень вас обманывают. Не берите у них игрушки. Вы сами их можете сделать. Вот, смотрите. Лунтик, покажи им. И совсем не сложно. Кого научить? Ну вот, теперь с нами никто не разговаривает. Зато сколько у нас всего вкусного, на неделю хватит. Да, как-то и есть не хочется. Они еще будут бумажные кораблики запускать в ручье. Я б тоже хотел. Только кто ж нас примет? Пупсень, а давай все вернем. Может, тогда они нас простят. Мы тут, вот. Забирайте. И простите нас. Дружба нам дороже. Мы хотим с вами. Ну, конечно. Подождите. Возьмем вас, но с одним условием. Ведерко нектара с каждого. Кузя. Да шучу. Вот так Вупсень и Пупсень поняли, что дружба и доверие дороже, чем любые сокровища. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Ой, ой, пчеленок? Мила, это ты стукнулась о мой цветок? Я насобирала слишком много цветочков и не видела из-за них дороги. Пчеленок, помоги мне донести цветочки. Хорошо, только не сейчас, позже. Мне нужно сейчас, иначе цветочки завянут. Пчеленок, какой же ты упрямый. Это ты упрямая, я собираю нектар. Ну и не надо, я сама справлюсь. А с тобой больше играть не буду. Подумаешь, я и сам с тобой играть не буду. Ну и ладно, видеть тебя больше не хочу. Ссора. Мила, привет! Ой,
Какой у тебя грустный домик получился. Что с тобой? Тебя кто-то обидел? Мила, пошли, найдем пчеленка и поиграем во что-нибудь веселое. Я пчеленка видеть не могу. Почему? Потому что не могу, нельзя, вот так. Пчеленок, рассказывай. Про что? Про вас с Милой. Она говорит, что вам нельзя видеться. А, да, нам с ней лучше не видеться. Но почему? Потому что нельзя, и все. Мне надо отнести пыльцу, до свидания. Кузя, мы должны им помочь не видеться. Скорее, Мила, скорее сюда. Лучше сюда. Подождите, что случилось? А? Некогда объяснять. Скорее, сюда. А это у вас что? Это мы листики собираем, чтобы на дороге не валялись. Правда, Кузя? Ага, ты лети, пчеленок, лети. У тебя ведь дела. Ну хорошо, я полетел. Еле успели. Ой. Ай! Что вы делаете? Прячем тебя от пчеленка. Вам ведь нельзя видеться. А-а-а. Спасибо. Посмотри, какая я грязная и растрепанная. Ничего, Мила, скоро ночь. Ночью прятаться не нужно. Все равно тебя видно не будет. Лунтик, я хочу тебе сказать, мы с пчеленком... Кажется, пчеленок летит. Надо тебя спрятать. Туда, нет, туда. Подожди здесь, а я осмотрюсь. Пчеленок, выходи. Надоела мне вся эта глупая история. Кузя, мы с Милой. Стой, это ведерко Милы. Она где-то рядом, спрячься вон там. А я разведаю все вокруг. Мила, а ты что тут делаешь? А, пчеленок, меня тут Лунтик от тебя прячет. Надо же, а меня Кузя прячет от тебя. Надоело, что меня весь день прячут. Да, Лунтик с Кузей думает, что они нам помогают. Потому что они не знают, что мы поссорились. Пчеленок, давай помиримся. Давай. Нельзя! Стойте, мы можем видеться. Но ведь вам нельзя. Можно, мы с пчеленком просто поссорились. А вам не признались, потому что нам было стыдно. Лунтик, Кузя, вы нас простите. Простите. Значит, мы вам вовсе не помогали? И зря целый день вас прятали. А мы Милу в листья как в ковер завернули. А пчеленка в пыльцу закопали. А еще меня в ракушку засунули. Получается, что глупая ссора причиняет кучу неудобств. Так что лучше сразу же помириться. А еще лучше вообще никогда не ссориться. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Настоящий друг. Кузя, поворачивай руль. О, здорово летают. Не зря мы их так долго делали. А давай их покрасим. Давай, только еще разочек запустим, ладно? Ладно. Видел? Ага, чьи же это самолетики? Пойдем посмотрим. Лунтик, ты что делаешь? Крашу самолетик. Желтой краской? Да, я всегда хотел желтый самолетик. Ну, красный лучше видно. А желтый красивее. Ничего не красивее, желтых самолетиков вообще не бывает. Кузя, давай у тебя будет красный самолетик,
а у меня желтый. Нет, так нельзя. У настоящих друзей все должно быть одинаковым. Это же всем известно. У настоящих друзей даже мысли одинаковые, не то что самолетики. И нравится им должно одно и то же. Кузя, я твой друг. А нравятся нам разные цвета. Значит, ты не настоящий друг. Я вот, например, хочу самолетик запускать с настоящим другом. Слышал? Нужно стать его другом. Ага. И вообще, настоящие друзья во всем друг с другом соглашаются. А ты... Кузя, я твой... А мы с Кузей согласны. У друзей должны быть одинаковые самолетики. Да, красные. Лунтик, видишь, все со мной соглашаются. А ты споришь. Если ты мне настоящий друг, крась самолетик в красный цвет. Знаешь, Кузя, мне кажется, дружба не зависит от цвета самолетиков. Ну, Лунтик, знаешь... Какой он тебе после этого друг? Пойдем отсюда. Да, Кузя, теперь мы твои друзья. Здорово! Ура! Отдай! Нет, ты отдай! Сейчас моя очередь! Ха-ха! Смотрите, как высоко я запустил! Мой самолетик! Нет! Ну, как там? Порядок? Жалко, красивый был самолетик. Может, его можно починить? Не, одни обломки остались. Ну что ж, пойдем траву жевать. Подождите, давайте его отремонтируем. Это можно приклеить, а... Вот и ремонтируй сам. Твой же самолетик. Вы что, мне не поможете? Вы же мои друзья. А чего с тобой дружить? У тебя теперь нет самолетика. Кузя, что случилось? Ничего. Все в порядке. А почему ты один? Где Вупсень и Пупсень? Они же теперь твои лучшие друзья. Нигде. И вообще, никакие они мне не друзья. Кузя, может, я могу тебе чем-нибудь помочь? Лунтик, мы сломали самолетик. Такого у меня больше никогда не будет. Не расстраивайся, Кузя. Вот, возьми мой. Держи, я тебе его дарю. Хочешь, покрась его красной краской? Теперь это твой самолетик. Лунтик, а давай? Это будет наш общий самолетик. Один на двоих. Как у настоящих друзей. Какая разница, какого цвета самолетик, если запускаешь его с настоящим другом? Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Новые друзья. Фу! Привет, Мила. Привет. Смотрите, какую огромную доску я притащила. Это для сиденья. Мила, мы с Лунтиком решили не строить качели. Почему? Мы хотим построить беседку. На качелях кто-то один может качаться, а в беседке все могут спрятаться от дождя, например, или от жары. А как же качели? Я так хотела, чтобы вы с Лунтиком меня покачали. Мила, мы хотим сделать что-то не только для себя, но и для других. Вот пусть другие строят себе беседку, а я хочу качели. А я не хочу качели. И вообще, это же не ты будешь строить, а мы с Лунтиком. Так что как мы решили, так и будет. Ну и стройте тогда сами свою беседку, только без меня. Эй, Мила, зачем тебе такая большая доска? Она в нее играет вместо куклы. Ха-ха-ха-ха. Пошла спать укладывать! Ха-ха-ха-ха-ха!
Послушайте, вам еще не надоело траву жевать? А что, у тебя есть что-нибудь повкуснее? Есть, вот это. Конфета! Вы получите ее, если поможете мне кое-что сделать. Говори, что делать, ради конфеты мы на все согласны. Нужно построить качели, вон там, на полянке. Какие красивые качели получаются! Кроме вас, мои дорогие гусеницы, никто не смог бы такие сделать. Осталось привязать здесь и здесь. Как здорово! Вы такие милые! Покачайте меня, пожалуйста. Как с вами весело! Все, теперь буду дружить только с вами. Что? Мила, как ты можешь так говорить? Ведь это мы твои друзья, а не Вупсень и Пупсень. Ну и что? Теперь я с ними буду дружить. И вообще, пчеленок, подслушивать нехорошо. Иди, ставь там свою беседку. А нас с Милой не трогай. Вас с Милой? С каких это пор вы стали с Милой? С сегодняшнего дня! Мила, если ты сейчас же от них не уйдешь, я с тобой больше никогда не буду разговаривать. Почему это я должна уходить? Тебе не нравится? Ты уходи. Нет, ты уйдешь от них. А ну иди сюда. Мы тебе покажем, как трогать нашу Милу. Лови его. Стойте! Перестаньте! А ну стой! Держи его! Стой, говорю тебе! Опа! Поймал! Тяни сильнее, Пупсень! Ау-пай! Как вам не стыдно обижать маленьких? Да они нас обижают! Мы им еще покажем! Пошли, Пупсень! А конфету? Мила, ты нам конфету обещала! За что это она вам конфету обещала? За то, что мы ее на качелях покачаем! Вот ваша конфета! Так ты специально подговорила гусениц, чтобы нам настроение испортить? Вовсе нет! Просто мне не нравится, что вы совсем не считаетесь с моим мнением! Ребята, да что тут происходит? Мы договорились сделать качели, но пчеленок с Лунтиком передумали и решили построить беседку. А я не хочу беседку. Хм. А что, если построить и качели, и беседку одновременно? А как это? Вот так в лесу появились необычные качели. Или все-таки беседка. Неважно. Главное, все поняли, что ссориться вовсе не обязательно. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Чужаки. Ты чего? А ты чего? Вупсень! Что это за шум? А я откуда знаю? Пошли посмотрим. А? Давай лучше на цветок залезем и сверху посмотрим. Смотри-ка, какие-то не наши жуки. Чужаки! Смотри, как их тут много. Ага, вон сколько нашей травы набрали. Они что, теперь тут жить будут? На нашей полянке? В нашем лесу? Они же все слопают! Нам ничего не останется! А давай их прогоним! Точно! Как герои! Эти, освободители! Так... 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 О! Капочка! А у нас в лесу, похоже, гости! Где? Какие они необычные! Я таких раньше не видел. Наверное, они из дальних стран. О, как интересно. Давайте сходим к ним познакомимся. Шишуля, помоги мне собрать угощение нашим гостям. Побежали скорее! Бабуля, можно? Хорошо, бегите. А мы с дедулей следом пойдем. Ура! Лес. Вот вам, получите! Ура! Кыш отсюда! Убирай!
Смотритесь, это наш лес! Спасайся, кто может! Куда мы? Что случилось? Все бегут, и ты беги! Ищите себе другой цветок, этот наш. Пусть эти бешеные жуки теперь за вами гоняются. А мы уже набегались. Тише, тише. Что тут происходит? Шатра-кирделлы, шмирделлы, делоды, шмирделлы. У вас шатер упал? Кирделла, шатра, далеты, шмирделлы. Это они его свалили. Шмирделлы, шмирделлы. А зачем они в наш лес пришли? Да, и нашу траву рвут на нашей поляне. Вашу траву на вашей поляне. В вашем лесу. Ну, и в вашем, и нашем. Ага, так все-таки в нашем лесу. Так вот, мы в нашем лесу любим гостей. Добро пожаловать. И раз, и два, и раз, и два! Ура! Полянку привели в порядок все вместе. А потом гости пробовали лакомство бабы Капы и угощали всех своими диковинными блюдами. Новые соседи оказались отличными друзьями. Никто не хотел расходиться. Пир горой затянулся до поздней ночи. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Лупсень, ну помоги! Ты же мне не помог сорвать эту ягоду, вот и я не буду. Тоже мне друзья называются, даже помочь друг другу не могут. Ой-ой-ой, можно подумать, вы всегда друг другу помогаете. Конечно. Вот, Кузя мне воду помогает носить. Да у Кузи дел никаких нет. Вот он и помогает. А у меня важное занятие. Я ягоду ем. Знаешь, Вупсень, если другу понадобилась помощь, то неважно, спишь ты или ешь, нужно помочь. Пойдем, Лунтик. Настоящий друг всегда придет на помощь. И днем, и ночью. Ночью? Ночью же темно и страшно. Может, привидение встретится. Настоящий друг даже привидение не испугается. Видишь, Вупсень, а ты даже ягоду сорвать не поможешь. Вот Кузя с Лунтиком настоящие друзья. Да это они только говорят так. Вот хочешь, я тебе докажу, что никакие они не друзья. Только ты мне должен помочь. Проверка. Кузя просил передать, что ему срочно нужна твоя помощь. Беги к нему скорее, только чур никому. Вупсень, ты где? Странно. Срочно беги к Лунтику, ему нужна твоя помощь. А что случилось? Ничего не знаю, мое дело передать. Ой. Ой, ой, что это? Страшно. Ой. А как же Кузя? А?
А как же Лунтик? Вдруг ему сейчас еще хуже, чем мне? Ну ничего, посмотрим еще, какой из тебя храбрец. А, кто здесь? Страшное чудище! Иди домой, а? Лунтик! Нет, Кузе нужна моя помощь. Я пойду к нему. Это вовсе не чудище, обыкновенная белая простыня. Эй, смотри, куда бежишь. А? Сам смотри. Видишь, они не испугались, а пошли друг другу помогать. Это потому, что ты пугать не умеешь. А может, все-таки они настоящие друзья? Давай тоже будем настоящими друзьями. Давай. Пупси, давай я тебе помогу. Нет, это я тебе помогу. Я же твой настоящий друг.